Вот колонна уничтоженной российской техники недалеко от Чернобыля. Уничтожена она была из Байрактара. Тут получается у нас БТРы. Украина ордусунун мәхв эттиги ишгалчы рус ордусуна мәхсус хәрби техника колоннанын görüntüләре яйылып, Telegram каналларында яйылган кадрлар Чернобыль якынлыгында чечилип, зирехли дөйүш машиналарындан ибарат колонн Байрактар пилотсуз усуш аппаратлары васитасыйла мәхв эдилип. Остался пепел. Вот даже местами пооставались с пушками. Просто жесть. Смотрите, там даже местами пооставались рули. Вон она, огромная так вот. Это все была работа Байрактара. И сейчас вам покажу воронку от авиационной бомбы, которую сюда потом скидывали российские самолеты. Вот еще один БТР, тоже с уцелевшей пушкой. А вот МТЛБХ. Ну и вот еще жесть, воронка от авиабомбы. Просто посмотрите на ее размеры. Вон, здесь у меня остатки домов. Видите, от нее аж дома разлетались.